мне не веришь? Ну тогда давай устроим челлендж. Это классный слайм. Ой. Чей слайм оказался круче, мой или Маша? Ластик, я думаю, что они оба были классные. Ну тогда у меня есть кое-что поинтересней. Ну что ж, давай показывай. Вот, смотри. Ух ты, слайм с единорогом. Но внутри там почему-то Человек-паук. Интересно, конечно. Давайте откроем и посмотрим. Ребята, у Ластика вот такой розовый слайм с Человеком-пауком. Давайте его оттуда достанем. Вот такая фигурка Человека-паука. Ее можно использовать как брелок. И такой вот слайм. Тянется он не очень. И рвется. Но зато он красивый и большой. Посмотрим, как он прыгает. Ой, мы сбили Человека-паука. Маша, а где твой второй слайм? А вот и мой слайм. Ой, какая свинюка. Не свинюка, а милый поросеночек. Ага, а что это у него в баночке? А сейчас мы откроем и посмотрим. Сам поросенок и баночка со слизью. Давайте ее откроем. Здесь вот такая ярко-зеленая слизь. И наш поросенок может ее скушать. Что-то в него совсем мало помещается. Наверное, он просто кушать не хочет. Ага, точно. Вот такой прикольный лизун с милым поросеночком. Ну что, чей слайм оказался круче на этот раз? Я думаю, что они оба классные, так что неси следующий. А я уже принес, вот. Покажи-ка, что это у тебя? Это гигантский M&M's. Да, он и правда большой. Давайте его откроем. Я думала, что он будет фиолетовый, но он абсолютно прозрачный. И тянется очень классно. Вот такой вот слайм, похожий на медузу. Подумаешь, а у тебя что? А у меня вот такой большой слайм 5D. Он разделен на 4 части, но кажется, тут уже все смешалось. Он даже вынимается вот такими отдельными частями. А это совсем маленькое. Я думаю, можно их сразу смешать. Вот такой красивый слайм, который отлично растягивается. И он даже немножко прыгает. Ну вот и все наши слаймы. Это Ластика, а это мои. Ребята, как вы думаете, кто победил в этом челлендже, я или Маша? Напишите нам в сообществе. Ластик, а что мы будем со всеми этими слаймами делать? А помнишь, после прошлого челленджа мы делали со слаймом большого медведя? Конечно, помню. Может, еще такого сделаем? А может, на этот раз что-нибудь другое?
может и другое. Ребята, как вы думаете, что можно сделать с этими